Спасибо, что вы с нами. В эфире программа «Недвижимость Греции за 60 секунд». Я, Владимир Ханукаев, представляю вам важнейшие события рынка недвижимости прошлой недели. Под пристальным вниманием налоговой инспекции находятся собственники объектов недвижимости, сдающие жилье в краткосрочную аренду через онлайн-платформы типа Airbnb и Booking. В связи с началом туристического сезона учащаются соответствующие проверки. Желтую карту получает от Еврокомиссии правительство Греции по вопросам налогового законодательства. Среди прочего, критика за недостаточные меры по приведению в соответствие кадастровых и рыночных цен на недвижимость в стране. Объявлено о завершении процедуры государственных тендеров на право аренды 8 объектов недвижимости исторического значения в средневековой части города Родос, которая является памятником культурного наследия ЮНЕСКО. До 15 июля продлеваются сроки подачи заявлений в земельный кадастр еще в 8 регионах. Среди них Кастарья, Флорина, Драма, Ксанти, Халкидики, Самос, Икария и Хиос. Спонсор программы – компания Greece.ru «Продажа и аренда недвижимости в Греции». Подписывайтесь на наш канал и следите за важнейшими новостями рынка недвижимости Греции каждую пятницу в 8 вечера по афинскому времени.